Книга «Открытым оком», том 2, тема крещения, вопрос 638. Чем баптисты объясняют при крещении однократное погружение в воду? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Баптистам это много легче объяснить, чем нам. Однократное было обрезание, однократное принесение в жертву за что-то, и землей засыпают в могиле единожды, и омовение единожды, и три раза никто не делает кряду. Погружение же в воду именно все это и символизирует. Так что у баптистов больше доказательств, чем у православных, но у нас есть правило апостолов. 49. Если кто, епископ или пресвитер, крестит не по Господню учреждению во Отца и Сына и Святого Духа, но в трех безначальных, или в трех сынов, или в трех утешителей, да будет извержен. 50-е правило. Если кто епископ или пресвитер совершит не три погружения единого тайнодействия, но одно погружение, даваемое в смерть Господню, да будет извержен. Ибо не говорил Господь, смерть мою крестите, но идя, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Согласно только этих правил, у баптистов нет истинного крещения. Но для баптистов главное, чтобы человек уверовал и был крещен в полное погружение. Так что наше истинное крещение, и они признают за истинное, и наших уверовавших в возрасте и принявших крещение сознательно, они не перекрещивают. А мы баптистов в любом случае будем перекрещивать, потому что у них нет настоящего рукоположения и нет троекратного полного погружения.